одевайте маску, правильно носить, надо закрыть обязательно, носить, закрыть, да. Носить маску нужно правильно. Носить маску действительно нужно правильно. Специалисты отмечают, что так вероятность заболеть коронавирусом существенно ниже. Но до сих пор далеко не все жители муниципалитета следуют этому простому правилу. С собой, чтобы не хворать. Дорожка. Масочка. Маска в дорогу. Активисты Ершовского культурного центра заботятся о пассажирах. По утрам в электричках большое скопление людей, а это значит, что вероятность встретиться с вирусом весьма высока. Вот здесь и придет на помощь медицинская маска. Мы сегодня принимаем участие вместе с нашими коллегами и с волонтерами в акции, которая называется «Возьми маску в дорогу». Но мы решили немножечко подойти более креативно к этому вопросу. Решили вместе с масками подарить всем пассажирам отбывающих электричек со станции «Звенигород», подарить еще и хорошее настроение. Именно хорошее настроение – залог отличного здоровья. Но не стоит забывать о дистанции и средствах индивидуальной защиты. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».